Вижу скопление из 12 автомобилей, нудистский пикник на крыше и... О, боже мой, воздушный змей! Ну, по крайней мере, ночь все еще прекрасна. О торнадо и побеге из тюрьмы. Я нахожусь в полной безопасности и веду свой репортаж из бункера 6-го канала. Арни Пай, как обстановка? Я сейчас погибну, Кент! И самое худшее, что последнее, что я услышу, это твой голос! Ты помпезная макака! С сожалением сообщаю вам, что на протяжении многих лет все, что интересного я о себе рассказывал, было чистейшей ложью. Я не сажал вертолет «Чинок», я не видел, как умирает Бен Ладен, и даже фильм про это не смотрел. Теперь, когда я извинился, канал уверил меня, что он полностью мне доверяет. И это были последние слова заморавшего себя Кента Брокмана, прежде чем его вывела служба безопасности, и его заменил я, Арни Пай. Этот репортер обещает восстановить ваше доверие к нашей новостной ленте. И наша главная история. Корпоративные налоги слишком высоки. Боже, я буду очень скучать по Андерсону Куперу. Это не Андерсон Купер? Ну, слава богу. Меня проинформировали, что это мой последний выпуск новостей в роли ведущего 6-го канала. Пока я не ушел, хочу сказать кое-что от сердца. Я целовался с дочерью Кента. Со взрослой. Ты уже закончил. Спешишь снова облажаться, Кент? Нет, просто я не был в эфире 6 недель, это была пытка. Иногда я смотрел Билла О'Райли и думал, что это старая и глупая версия меня. Давай, занимай кресло. Делай, что умеешь лучше всего.